Здравствуйте, дорогие друзья! Я и мои подруги проделали огромную работу, чтобы подготовить это видео. Прежде всего, в нем я хочу раскрыть и передать особенность австралийского стиля. Некоторым ошибочно может показаться, что его либо нет вообще, либо его нельзя назвать стилем, а это просто случайный набор предметов одежды. Но это совсем не так. Я покажу вам понятные каждой австралийке 5 образов, которые уже стали своего рода трендом и плотно закрепились на рынке моды. У каждого образа интересная история возникновения. Я буду по мере возможности вкратце описывать ее или же давать ссылки на источники. Но перед этим поясню, что влияло и влияет на моду Австралии. Конечно же, ласковый климат, активный образ жизни и слияние различных культур сделали моду австралийского континента более свободной и озорной, если сравнивать с консервативным стилем европейцев. Огромная удаленность от Европы и Америки, а также обратная сезонность откладывают свой отпечаток на моду. В 90-х у Австралии были Кайли Минок и Николь Кидман, выполнявшие роли послов австралийского стиля. Но сейчас индустрия моды на континенте куда более разнообразна и насыщена. Представляю вам чудесных моделей Марину и Ксению, а также стилиста Марию Полежаеву, которая помогла мне создать образы. Привет! Меня зовут Маша, я профессиональный стилист-парикмахер, живущий и работающий в Перте. Сегодня мы рассмотрим несколько австралийских образов. Я предлагаю попробовать спортивный, деловой, вечерний и повседневный образ австралийской женщины. Австралийский стиль имеет некоторые особенности. Я бы назвала это свободным стилем. Неважно, отправляемся мы на прогулку, в офис или в спортзал. Сейчас мы с вами попробуем воплотить их в жизнь.
Well.